Привет! Привет! Сегодня мы Настю забрали из детского сада немножко пораньше и поедем в магазин за покупками. Посмотрим тебе автомобильное кресло, купим теплую курточку. Надеемся, что в январе будет уже настоящая холодная зима. А пока что давай посмотрим на мои рисунки. Настя сегодня в садике рисовала вот такую красоту. Это у нас радуга. Папа, мама, Настя и Саша. И много-много сердечек, да? Да. Вся семья узнала. Бывает снегопад, бывает дождь, а здесь падают сердечки. И еще одно творчество. С Новым Роком! Настя сделала вот такую красивую блестящую елочку. Умничка, очень-очень красиво. Я нарисую рассветки. Выезжаем на нашу главную улицу города. Здесь вот резиденция Деда Мороза. Вечером красиво все светится. Может, сюда заедем, да? Постараемся заехать вечером, да. Мы уже подъехали. Да, сейчас выходим, уже в магазин. Угу. Ты снимаешь сама, Настя? Да. Настя снимает свой влог. У тебя все получается? Да. Молодец. Красивая новогодняя елка. Да. Смотрите, здесь большая. О, а в этом шаре не видно. Сначала идем покупать автомобильное кресло. Ой, елочка, еще. Везде новогодние елки красивые. Вот какая она пушистая. Попробуем. Пушистая? Да, бархатная. Ой, еще вот такая. Такая зелка. Настя, тебе какое нравится? Вот это. Рокара, да? Да. О! Вот так еще больше стоит. Настя, это столик. Смотри. Вот для маленьких. Так сюда садится. Может там кушать, рисовать. Это уже побольше, да? Да. Тебе вот такое надо или такое? Да, нужно уже какое-то взрослое. Ну да. Вот это серое. О. Серое или бирюзовое. А вон смотри, какое сзади. Сейчас я подпустим. Как нравится, Настя? Цвет подходит. Ну, под углом не кистенечник можно. Угу. Они зажимаются. Нормально? Какие ручки тут. Удобное, да, Настя? Просторное, место столько. Тут можно, да? Да, там можно подкачать зеленую частину. И гарнитура вот есть. Рахетники там ставятся, если ты подключаешь там дальше часы. Угу. Настя, даже музыку будешь слушать. По цвету к нашему салону. А вот здесь красное выделяется. Берем? Берем. Настя, вот так быстро и легко выбрали тебе кресло. Да. Если честно, то мы это кресло заказали, да? И нам какую расцветку мы захотели, такую и привезли. Да, приехала красно-черная, потому что здесь вот такое, только серое. Нам серое, цвет да. Немножко не подходит, да? Мам, еще возьмем вот такую накидку на сиденье. Чехол. Да, чехол, чтобы не царапалась наша кожа. Готово? Ну все, справились с первой покупкой. Да. Сейчас идем за курткой. Папа расплачивается, а Настя смотрит на коляски. Пони здесь нашла радугу. Пока оформляют гарантийный талон, Настя немножко поиграет. Я спрятаю. А там мой мама. Заходи. Заходи. Тук-тук. Можно в ваш дом? Да. Это самое. Какие здесь сиденья. Золотые. Классно, так удобно.
Давайте дальше. Деток здесь почему-то нету, у Настя одна, хозяюшка. Привет. Привет. Вот здесь маленькое окошко для зайчика или белочки. Не хватает нас только Деда Мороза со Снегурочкой и новогодних оленей, да? Я хочу уже. Пошли. Настя, все не кресты примеряют. Сладости. Не сладости. Сейчас все настроим, Настя. Снимаем. О, так, документы, Настя. Гарантия, держи. Спасибо. Так, сначала надо установить чехол. Вот так, вот чехолчик у нас. А он такой прорезиненный, знаешь, мам? Смотри. Все продумано? Да. Прикольно. Как настоящий чехол от кресла. Это прячем сюда. От старинного кресла. И вот сюда. В моем кресле еще можно слушать музыку. Да, и смотреть, у тебя кресло. И смотреть видео. Вот такое вот приспособление, чтобы не царапать креслом наш салон. Вот так вот. Наша Рикаро. Так, смотрите. Оно будет у нас крепиться вот система Изофикс. Вот так нажимаешь, ее надо отодвинуть. Оп. Закрепили кресло. Два. Ну как, Настя, удобно? Очень. Сейчас мы все примерим. Будем соблюдать полностью меры безопасности. У Насти было кресло, она маленькая ездила в нем, да? Да. А это уже для ее возраста, для деток постарше. Так удобно, можно даже и спать. Все? Готово? Мы уже зашли в кафе. Да. Настя захотела сладкую кукурузку, сок и сладкую вафельку с шоколадной пастой. Угу. А я себе взяла вот такой банановый коктейль с шоколадом. Папа кофе. Приятного аппетита! Спасибо! Мама наслаждается, Настя наслаждается. И папа наслаждается тоже. Да, Настя? Я лечу! Смотришь дома? Да. Весело? Угу. Настя смотрит мультик. Да. Идем в магазин примерять курточки. Сейчас мы примеряем куртки. Теплый пуховик. Раз. И потом пойдем рисовать. Пушистый. Я буду пушистый. Конечно, больше. Большая. О, вот это уже получше? Вот здесь удобнее. Угу. Горько, лыжный костюм. И штанишки подходят, Настя?
Ну-ка покружись, покажись. Это что, платье? Костюм такой спортивный. Посмотрите, какая Маша, шапочка. Маша, ты что, готовишься на лыжи? Угу. Так, ну-ка, где Настя? Вот косички еще беленькие. Настя, ты опять как снежинка. Да. Кролик. Ну-ка покажись. Крыленок маленький. Куи. Я, Саша, тоже возьмем горнолыжный костюм. Вот такая яркая расцветка. И такие вот темненькие штанишки. С размером должны угадать. Думаю, что угадаем, да. Осталось только поехать на лыжи покататься. Каникулы впереди. Думаю, что поедем. Правда, папа? 100%. Попал и снял, и еще вот такие. Берем красный и берем синий. Хорошо. Держи красное. Это для меня красный. Mm-hmm. Это здесь нужно садиться, а вот здесь держаться ручками. Мы возьмем синий еще. И вторая. Ну что вы, девчонки, готовы уже к лыжам? Готовы. К каникулам готовы? Мы готовы уже ехать в горы и кататься на лыжах и на сане. Да. Осталось выбрать папеньку. Сейчас посмотрим, может папе что-то подберем. А я уже дождусь, не дождусь рисования. Рисовать. Пойдем рисовать. Куи-куи-куи-куи. Зашли, Настя, за костюмчиком. Полные пакеты покупок. У Насти шапка вот такой зайка. Куи-куи. Хочу уже рисовать. Настя, ты еще с ценником ходишь? Да. Рисовать. Будем рисовать? Да. Снегурку. Какую принцессу будешь разрисовывать? Я. А может Снегурочку или Снеговика? Я. Для Саши взяли вот еще вот такие санки. Эти уже попрочнее. Да. Настя выбрала вот такую фигурку Белль, принцесса, да. Белль. Ты вся при параде. Так старается. Аккуратно получается, молодец. Очень аккуратно и красиво получилось. Да. Молодец, Настя. Все, вот здесь уже блесток хватит. Все. Настя угощает конфеткой. Забирай свое творение. Спасибо, до свидания. Еле-еле взяла. Да. Еле-еле взяла, потому что очень тяжело. На свете так бывает, что только раз в году на елке зажигают красивую звезду. Звезда, которая сияет, стоит над речкой лед. И значит, наступает счастливый Новый год. Ой, какая хорошая девочка. А ты хочешь фотографоваться с Дедом Морозом? Хочешь? Седай. Магазины уже закрываются. Да. Купили Насте еще пуховичок, да? Да. Такое. Спешили очень. Да? Розовый. Самое Лицо. Главное, что розовый. Мерили-мерили и выбрали то, что она хотела, да? Да. Вот такой у нас сегодня получился насыщенный вечер. Да. Мы уже едем домой. А ребятам говорим... Всем пока! Ребята, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока! Еще не забудьте нажать на колокольчик. Дин-дин. Всех с наступающим Новым годом! Мы обещали приехать посмотреть резиденцию Деда Мороза. Да. Вот. Классно. И красота, все светится.
красота какая, Настя. Даже ангелочек светится. Пошли посмотрим поближе. Пошли. Классно. Налетай. Прыгай. Какая кафешка там, да? Да. Все новогоднее, красивое. Счастливого Нового года. Настя маленький олень, папа Дед Мороз, и едут вот на таких новогодних санках. Везут подарки, конфеты. Привет! Классно. Такие домики здесь красивые. Ой, смотрите, там еще миньоны и мультик Маша и Медведь. Новогодние миньоны. Там мальчик. Маша и Медведь. Маша, Снегурочка, красивая. Мальчик, иди сюда. Иди сюда. Там есть как Маша. Ну? Маша и Медведь. Здесь фиксики. И вот еще какие-то. Ейки. Настя, смотри, какая необычная елочка. Из дерева. А вот такая борода у него большая. Это не настоящий. Давай сфотографируемся вместе. Садись. Настоящий. Всех с наступающим Новым годом! С наступающим! Я же хочу пойти к елочкам. Раз, два, три, раз, два, три.